В минувшую субботу, 18 марта, на территории второй школы аула Кашихабль состоялся турнир, посвященный памяти нашего земляка, мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Хаджибея Крымгиреевича Дзыгаштова среди юношей и девушек 2006-2010 годов рождения. На мероприятии присутствовали работники Кашихабльской детско-юношеской спортивной школы, родные и близкие Хаджибея Крымгиреевича. Приветственное слово предоставляется мастеру спорта по тяжелой атлетике Хаконову Аскардию Махмудовичу. Уважаемые участники соревнований, хочу поздравить вас с днем, посвященным турниру Хаджибея. Пожелать вам здоровья, выступления хороших, достижений результатов. Хаджибей прожил дорогу неумевшей жизни. Он оставил большой след и тяжелый ответ. Его воспитанники много раз участвовали в краевых и республиканских, раньше областные соревнования, становились чемпионами. Воспитал много мастеров, кандидатов. Сегодня в честь него, который проводится турнир, ежегодно, каждый раз участники соревнования, которые принимают на соревнования, показывают хороший. Всем добрый путь. Сначала соревнования. Слово предоставляется директору Кашихабльского ЮСШ Докову Беслану Хасеневичу. Статусный, хороший уровень памяти Дзыгаштова Хаджибея. Он внес огромный вклад в развитие этого вида спорта. За что ему большое спасибо. Сейчас хочу перейти на английский язык. Когда он начинал говорить, и так прямо, да, он обдумал, нас уже упали на мой дебал. Вот, слушал, что с двумя цифрами, я же ушел, я же ушел, хоть же, что перед ним будет спасибо. А то я уже после этого хочу сказать слова благодарности те, которые приняли денежное вознаграждение, спонсорскую помощь оказали Комитет физической культуры и спорта Кашихабльского района и поселения Кашихабльского района. Всем удачи, без травм, этих соревнований. В соревнованиях приняли участие 52 тяжелоатлета. Также побороться за награды турнира приехали спортсмены из города Майкоп и других районов республики. В упорной борьбе отличное мастерство показал воспитанник Кашихабльской детско-юношеской спортивной школы Батыр Ахметов, который завоевал второе место в весовой категории до 81 килограмма. Батыр набрал в сумме двоеборья 122 килограмма. В конце мероприятия победителей наградили председатель правления Федерации тяжелой атлетики Республики Адыгея Рашид Бельмехов, а также родные Хаджибея Дзыгаштова. Победителям были вручены грамоты, медали и денежные призы.